Ну, давайте, деритесь за молочко. Да, деритесь за... Он когти подставил, чтобы драться за молочко. А другой под локоток. Спить, спить, Вадька. Один вообще отдельно уснул. Ну да. Уснул лапок вот этот вот. Так я про него уже говорила, папа. Малыш. Угу, малыш. А эти кушают, кушают. Да, твой, я кушаю. А другие все заснули. А, ну, вон один. Там бабу посунул. Так хочется уже их как-то называть, да? Угу. Чтобы у них были свои имена какие-то. Но пока они маленькие, мы не знаем, кто котик, кто кошечка. Ну, скоро узнаем. Когда их можно будет трогать, посмотрим их, ну, посмотрим, они мальчик или девочка. Угу. И тогда их уже назовем. Я для девочки придумала одно имя. Джесси. Джесси? Ну да. Чего себе. Или Лида. Лида? Начало. Не, ну Джесси нормальное имя, а Лида как-то не очень, да? Да, Лида не очень. Джесси нормально, а Лида не очень. А представляешь, если они все мальчики и ни одной кофечки? Ой. Может такое, может такое быть? Не знаю. Как мои братики, не знаю я. А то у меня только три братика месяц живут. Все успокоились. Тишина и спокойствие. Мама поет колыбельную им, мурлыкает. Они все спят тихонечко, да, Даша? Да. А другой как-то пьет молочко. Они все присмоктались к Сисе, кроме одного. И все Сисю смокчут. Ну да. Кроме одного. Симоня. Симка. Ты уже мама. Ой, кто там проснулся? Кто там? Тотя мяукает. А, проснулся. Сиси потерял. Ой, крикливый какой. Ой-ой-ой. Ой, какой крикливый. Они бывают хором, как начнут все орать тут. Ага. Так это ужас. Такие крики устраивают. Все спокойно спали, а этот почему-то проснулся. О, второй проснулся. Он пока... А у всех мордочки беленькие, да? Не знаю. У всех, наверное, как у мамы. Светленькие мордочки у всех. Ну, да. Все такие темненькие-темненькие, но мордочки светленькие. Ой, что-то испугался. Да, испугался чего-то. Вот опять ему что-то не так. Что-то ему опять не так. Это Сиси тирает. А может ему неудобно лежать? Может. Вот, взял, нарушил весь покой. Все себе тихо лежали спокойно. Он взял и все. Нарушил все. Всем покой. Сон нарушил, да. Всех разбудился. Тихо, ну котятки, засните с нами. Один не проснулся, лежит и спит себе. А все другие проснулись. Сейчас опять будет кричать. Ага, все хором.
Ему, наверное, неудобно лежать. Не знаю. Или что-то болит. Вот видишь, она с ним общается. Спрашивает, что такое? Че не спишь? Да. Что тебя не устраивает? Что-то укает. А вообще котята не умеют сейчас говорить с мамой своей? Нет, еще не умеют. А вот когда будет 4 годика, то может не уметь. О, один проснулся, второго разбудил. Ой, застрял.